Всем привет, с вами Герман Пермяков. Вы смотрите канал Redline TV и его болгарское направление Bulgarian Line. Сегодня хочу предложить вам квартиру вторичной продажи. Это однокомнатная квартира-студия, которая находится прямо в самом центре Солнечного берега, то есть в самом центре тусовки, где находится абсолютно вся инфраструктура, как курортная, так и предназначенная для круглогодичного проживания. Всю информацию расскажу в фильме. Ну а сейчас просто посмотрим примерно. Еще раз напомню, где находится Солнечный берег. Итак, видим на карте. Это как раз середина, можно сказать, между северным и южным побережьем Болгарии. Много говорить не буду, увидите все сами из фильма. Это наш пилотный проект по фильму, который идет в виде слайдкаста. Я думаю, он окажется вам полезным. Приятного просмотра. Всем привет, с вами Герман Пермяков. Вы слушаете, смотрите канал Redline TV, и сегодня разрешите вам предложить еще один объект на Солнечном берегу. Это квартира-студия стоимостью 19 300 евро. Как говорю, что находится на Солнечном берегу, за один квадратный метр получается цена 593 евро. Площадь 32 квадрата, это третий этаж пятиэтажного здания. Среднее состояние, отопление кондиционером. Стоят стандартные кондиционеры, и квартира полностью меблирована. Квартира предлагается в комплексе постройки 2008 года. Это комплекс Sunset Beach. Здесь установлены стандартные кондиционеры для отопления. Также есть ламинированный пол, межкомнатные двери, окна ПВХ и терракотовый пол и покрашенные стены. Здесь также следующая меблировка, есть и оснащение бытовой техникой. Это вытяжка, кондиционер, мебель, оборудованная ванная комната, стиральная машина, телевизор и холодильник. Все это остается уже новому покупателю. Естественно, заведены электричество, центральное водоснабжение и центральная канализация. Ванная комната с туалетом, терраса, бассейн, комплекс закрытого типа, лифт и общие части с отделкой люкс, а также заасфальтированная дорога и интернет. Это является преимуществом или удобствами в данном комплексе. Ну, в принципе, как и, впрочем, во всех остальных. Также, как я говорил, есть кабельное телевидение, и сама квартира выходит на бассейн, на внутренний двор. Часть видно, из окна видно бассейн, и часть видно гору Старая Планина. Вы видите сейчас у вас часть на экранах, часть балкона показана. Это часть техники, которая будет оставлена, то есть вся кухонная техника, вся мебель, то есть встроенная кухня, микроволновки, чайники, все это остается новому покупателю. Здесь тоже и диван, и стол, и телевизор. Вот насчет компьютера, правда, не знаю, скорее всего нет. Вот, и, в принципе, как бы зеленый такой двор. Если говорить о расположении недвижимости, то здесь есть рядом остановка городского транспорта, и в районе здания находится аптека, банк, больница, детская площадка, почта и школа. Кстати, недалеко автовокзал Солнечного берега. В данном случае вы видите как раз немножко другой вид этой же комнаты, с другим
оснащением, да, жаркулики, что, в принципе, довольно-таки уютно, и окно полный рост. Также рядом с районом располагается бар, дискотека, игорный зал, казино, кафе, парикмахерская, ресторан, продуктовый магазин, рынок, супермаркет, торгово-развлекательный центр и обычный торговый центр. Вот это здание на ваших экранах сейчас. То есть здесь полностью вся инфраструктура, которая является не только курортной, хотя и курортная здесь в первую очередь для сдачи в аренду подойдет очень шикарно, потому что здание находится в центре Солнечного берега, но также и для круглогодичного проживания, потому что здесь фактически жизнь в холодный сезон зимой не замирает. Поэтому здесь есть преимущество обоих видов проживания, как летний, так и круглогодичный. И теперь давайте перейдем к нашей постоянной рубрике «Урок географии», где посмотрим местоположение. Видим карту Болгарии, видим Софию, видим Турцию, Стамбул, да, видим на севере Армению, Бухарест, и переходим именно к Солнечному берегу, где находится рассматриваемый нами комплекс. Вверху Святой Влас, а внизу не север. То есть на севере и на юге фактически он слился сейчас в один населенный пункт. Рассматриваемый нами комплекс находится в середине, посреди Солнечного берега, это в самом центре. Это центр поселка, ну, это считается как бы город, который уже, наверное, слился с не севером. Нам показывает до Бургаса 36 километров. До аэропорта, естественно, будет поменьше на 10 километров, 26 километров. Ну и до Савонисибра 2 километра. Вот, в принципе, и все, что я хотел рассказать сегодня о квартире стоимостью 19400 метров. Скажу сразу, что это как бы наш пилотный такой выпуск, наша видеопрезентация, как бы слайдкаст. Это не видео, это вы все видите в виде слайдов. Вся информация выведена у вас на экраны. Если у вас возникают вопросы, заходите к нам на сайт Redline TV, болгарского направления redline.xyz, и задавайте нам вопросы. Или вы можете там смотреть абсолютно другие предложения в соответствующих разделах. Также слушайте нас на радио «Азовская столица», где тоже я рассказываю, не только я, и мои коллеги, о Болгарии, о информацию именно с точки зрения покупателя, какие бывают проблемы, какие преимущества, какие недостатки. Итак, думаю, что вы получите достаточно информации. Ну а на сегодня все. С вами был Герман Пермяков. Спонсор эфира – агентство переводов «Лингва-24». Мы поможем вам осуществить качественный перевод с учетом лингвистических и культурных различий между языками. Наши профессионалы окажут самый широкий спектр услуг. Перевод любых европейских языков на языки СНГ и наоборот. Перевод с китайского языка, устный перевод, выполнение проектов под ключ, многоязычные сайты, инструкции к технике и оборудованию, графическая верстка, копирайтинг, контроль качества. Перевод, максимально приближенный по смыслу к оригиналу. Lingva24. Соединяя ЕС с СНГ. Наш адрес в интернете – lingva24.net. Ζήτω η Ελλάδα. Ζήτω η Μαριούπολη.
νόμιζες ότι μπορείς να φορτώσεις τη ζωή, μια ζωή μ' ό,τι βρεις, σπίτια, μάξια, λεφτά. Απόψε ο κόσμος στη μέση, στο κορμί μου απ' τα αστέρια να πέσει. Χάλασε μου ό,τι είδα και μ' αρέσει. Зиту Елада, зиту Мариуполь. Азовская столица.